течение нескольких дней на площадке спорткомплекса шла ожесточенная борьба. 8 команд сражались за титул победителя. Напомним, что международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб уже в 7-й раз прошел на Брестской земле. Последний финальный матч был самый сложный и напряженный. Команда Главного управления Министерства доходов в Закарпатской области Украины сражалась со сборной республиканского унитарного предприятия «Белтамуж-сервис». Фортуна в этот раз оказалась на стороне украинцев. Именно они стали победителями турнира 2013 года. Победа была очень сложная, но слаженный коллектив. Мы сыгрались, как договаривались, играть слаженно, мы выиграли. Я считаю, что взаимодействие наше больше всего нам помогло выиграть этот турнир. Хочется сказать спасибо за очень-очень-очень интересный турнир. Все команды очень сильные, слабых команд не было. Очень приятно приняли, все красиво, все классно. Сегодня определились не только лучшие сборные, но и игроки команд. В номинации попали лучший вратарь турнира, лучший защитник и нападающий, а также самый яркий футболист состязаний. Призы и подарки получили опытные и преданные своему делу игроки. Знаменательно, что итоги турнира подводятся именно 20 сентября, ведь сегодня отмечает свой профессиональный праздник белорусские таможенники. В преддверии профессионального праздника стал традиционным турнир по мини-футболу и очень шла бескомпромиссная борьба. Первое место украинская команда у нас из Закарпатья, второе место «Белтамурсервис», третье место тоже украинская команда из Одессы. Все стремились к победе, но в данной ситуации есть победители, но нет проигравших. То есть побеждает всегда красивая игра, это хорошее настроение. Тем более перед праздником. Я думаю, что этот турнир будет продолжаться. Места разделились следующим образом. Команда республиканского унитарного предприятия «Белтамуж-сервис» стала серебряным призером. По пенальти со счетом 4-3 команда Главного управления Министерства доходов по Одесской области обыграла шестикратных победителей соревнований сборную Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Турнир запомнился брестчанам красивыми матчами и яркими эмоциями.